и странный человек там справа идет. Всем приветики, пистолетики! Мы находимся на матче Уфа и Енисей. Это очень важный матч для нашей команды, поэтому мы узнаем, что думают болельщики перед матчем. Нормально пойдет или еще рассказать? Пойдет. Пошли за детьми увяжемся. Ты знаешь, чем Уфа круче Красноярска? Нет. Как не знаешь? Как ты не знаешь? Только Уфа и только победа. А что вы сделаете, если Уфа сегодня победит? Я все равно буду болеть за Уфу. А если победит? А, если победит, я думаю, проиграет. Буду радоваться, конечно. Но я иду с тем мыслью, что они только выиграют. А покажете, как будете радоваться? Как будем радоваться? Как будем качать? Только Уфа! А что вы будете делать, если Уфа сегодня выиграет? Радоваться, что футбольный клуб... Вино или шампанское выпьем за ними. То есть, как обычно пройдет, да, ваш вечер? Ну, не как обычно, главное, чтобы Уфа выиграла, а мы ради этого выпьем, за поддержим шампанским победы. Спасибо. И за тренера. Но если что, употреблять очень вредно. Похоже, все люди не знают. Так, Гар, пошли к другим пристанем. Ой, мальчик, смотри, какой прикольный. Давай к нему пристанем. Уфа же круче Красноярска. А? Уфа же круче Красноярска. Я не знаю. Давай со мной. Ой, можно вам пару вопросов задаем? А чем Уфа круче Красноярска? Красноярска? Ну, а с кем мы сегодня играем? Вы что, не знаете? Мы все не знаем, мы сегодня... Енисей же играет. Красноярск. А они откуда? Красноярска, наверное. Самый кайф, когда ты работаешь зимой, это ходить вам в том костюме льва. Вот ему точно тепло. Идем за мной, Игорь. Я тебе покажу. Привет! Слушайте, а вам не жарко? Нормально. Нормально? Или вам, наоборот, тепло в такую холодную погоду? Я спросила. Мы так и думали. Партнером нашего клуба является букмекерская компания «Бинго-Бол». Называется 3 минуты до матча. Видели, как стартанули все? Бежала, бежала, не добежала, ее поймали. Сейчас побежит дальше, смотри. Награждение производят исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Александрович Алоев. Поприветствую ребят, которые достойно представили футбольный клуб и заняли третье место, бронзовые призы. Thank you.